Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать вот такой вот замечательный кустик трейлерной фиалочки. Сорт называется СВ, город Йошкар-Ола. Смотрите, какие красивые цветы звезды. Такого насыщенного бордово-винного цвета, я бы так сказала. Камера вот, кстати, правильно передает окрас цветов. Пестролистная розеточка, вот такие вот пестренькие листочки. Вот. Кустик молодой, ему еще нет года. Я этот кустик буквально, наверное, недели три назад пересаживала, формировала вместе с вами. Рассказывала о том, что 2-3 недельки после перевалки, формирования, он у меня будет расти в таком контейнере, да, на мхе. В общем-то, прошло почти 3 недели после пересадки, и сегодня я эту красоту уже смело поставлю на фитильный полив вместе с вами. Вот вазончик такой вот на ножке, это с посылочки от Лены Марченко, группа «Фиалочный хомяк». Тарелочка с фикс-прайса, и сейчас вот поставлю и поставлю на стеллаж вот эту красоту, и будет она у меня расти. Я не буду переживать о поливе. Фитильный полив — это огромный плюс, когда у вас нет времени, а фиалок много, и вы не успеваете поливать. Вот, в общем-то, все растет на фитиле с сегодняшнего дня, вечера вернее. Здесь вода чистая, но, в принципе, уже можно вот после пересадки через 3 недели ставить на микродозу удобрения. С удобрениями. Я на чистой воде, потому что мне сегодня фиалки поливать не нужно. Вот, поэтому налила водички, и все. Следующий полив уже будет с удобрениями. Покажу вам, что у меня тут цветет. Смотрите, Running Wild. Красавец. Огромный куст. Очень много бутонов, цветов. Они уже начинают открываться. Посмотрите, какая прелесть. Тоже на фитильном поливе растет. И на подоконнике. Вот. У меня спрашивали, чем я утепляю подоконники. Ну, пока что просто утеплила спандбондом, кажется, так называется. Ну, для... я вот кому-то даже отправляла посылки в этом материале. Там 3 миллиметра. В общем-то, пока что подоконник просто укрыт вот этим спандбондом. Вот. Но в зиму все равно буду убирать трейлер из подоконника, потому что этот спандбонд не защитит фиалки от перепадов температуры. От батареи тепло будет, от стеклопакета будет холод. Холодные у меня подоконники. Летом планирую ремонт. В первую очередь заменю окна и постараюсь утеплить хорошо. Так, вот здесь расцвела у меня трейлерная фиалочка тоже. СВ, город Аша. Смотрите, какие крупные цветы красивые. Я сформировала немножечко вот этот вот кустик, немножечко причесывала, там записывала короткое видео. Наверное, смонтирую это видео и добавлю туда тот кусочек. Посмотрите, кому интересно, как выводить пасынки. Так, здесь у меня Рамблин Свитхарт, сорт трейлерный кустик. Но здесь камера засвечивает. Цветы ярче и красивее. Здесь в одном кашпо и сорт, и спорт высаженный. Это вот я показываю к тому, что многие спрашивают, новички, можно ли высадить два разных трейлерных сорта в одно кашпо. Нельзя. Можно комбинировать только один сорт одинаковый, да, если это сорт и спорт. Вот по сорту Рамблин Свитхарт должен цвести вот такими цветочками, а вот это вот спортивное. Спортивный был пасынок. Я, в общем-то, посадила в одно кашпо два сортовых и один спортивный. И у меня получилась вот такая вот красота. Кустик молоденький, только начинает зацветать. Так, 23, река Ока. Кажется, да. Смотрите, тоже камера засвечивает. На самом деле цветы ярче, красивее. Тоже молодой куст, формировала, прищипывала верхушку. Не хотел посынковаться, вот. Я прищипнула верхушечку, вот видите, да, место среза. Разрастила тут пасынки, ну, конечно же, пересаживала, переваливала вовремя. Тоже растет на фитильном поливе, вот в такой тарелочке, мисочке с фикс-прайса. Тоже, кстати, на подоконнике, пока еще на подоконнике. Вот такие красивые цветы. Также у меня спрашивали, я как-то записывала видео, показывала там фиалочку, спрашивали, как называется сорт. Это химера.
Сорт называется, сейчас мы с вами посмотрим, Психоделик Шоу. Вот камера тоже немножко засвечивает цветочки. На самом деле они ярче. Здесь еще небольшая неприятность. Смотрите, вот это сортовые цветы. Вот с фэнтези, с вот таким вот фиолетово-синим по лепесткам. А вот здесь вот один цветонос у меня, смотрите, какой. Он химерный, но не по сорту. Вот. Вот я буду размножать эту фиалку цветоносом в ближайшее время. И буду укоренять те цветоносы, где сортовые цветочки. Вот. Вообще мне нравится эта химерка. Это стандарт. Вот такая красота. Я сейчас работаю, поэтому на комментарии вообще нет времени отвечать. Вот. И не то, что даже времени нет, у меня на работе нет связи практически. А домой прихожу, то фиалки, то какие-то домашние дела. В общем-то, извините меня. Кому что-то нужно срочное, пишите в личные сообщения. У многих есть мой номер телефона. Вот, и я по мере возможности буду отвечать на какие-то вопросы. Покажу вам Литуанику, смотрите, да, красивая. На стеллаже наращивает пасыночки. Буду формировать тоже вот эту красоту. Как-то вот займусь. И, наверное, я тоже запишу видео о Литуанике отдельно. Вот, такие у меня дела на сегодняшний день. Фиалочки мои растут. Новинки вот подрастают, скоро начнут зацветать. Буду вам все показывать, все рассказывать по мере возможности. Вот здесь вот переукореняшки мои на фитильном поливе. А там уже вот переукоренились мини-фиалочки. Здесь все с теплички повыводила. Немножечко там детки. Вот Ян Каприз, смотрите, пасыночек укореняла, он уже цветет. Надо уже переваливать в горшочек этот пасынок. Выберу, найду время на следующей недельке. Вот, и займусь этим. На этой полочке продолжают цвести мини-фиалочки. Я недавно записывала коротенькое видео. Мне там сделали замечание, что я сорт не сказала. Ну, вот это вот N Nature. Спорт под вопросом. Буду ждать второго цветения. И укоренила там еще пасынок. С этой розеточки тоже посмотрю. Цветет очень давно. Смотрите, начали раскрываться колокольчики. Ну, вот от того, что давно цветет. Вот это вот моя красота. Диплотриха варьегата. Тоже вот бутончики выпустила. Так, ну тут что-то там молодое, эписция. Так, это... не помню, что это за сорт. Ну, я вам тоже их все показывала. Hunter's Chicadee Chips. Уже более 2 месяцев цветет. Hunter's Coral Caress. Более 2 месяцев цветет. Это трейлер Чанта Лана. Вот. Так, Эльеника. Смотрите, шапочка цветочков. Марина Цветаева Химера. Тоже, наверное, буду пробовать укоренять цветоносы. Смотрите, как пожелтели листья у розетки от цветения. В общем-то, надо что-то делать срочно. Здесь, по-моему, трейлер СВ «Город Куйбышев». Молодой кустик. Я, кстати, тоже вместе с вами его пересаживала. Скоро будет зацветать. Аламеда Трейл. Моя новинка. Петит Бларней. Смотрите, какие красивые цветы. Тоже вот эта фиалочка участвовала в коротеньком видео. Красотень. Буду укоренять листочки. Так, там Трейл Алонг. Бегонии мои. Еще одна литуаника. Все-таки посадила я ее... в личузу. Ну, не знаю, это я так, ради интереса. Вот, посмотрим, что будет. Сим-сим Тинни Беллс. Смотрите, сколько бутончиков. Скоро зацветем. Есть у меня еще детки небольшие. Сим-сим Тинни Беллс. В общем-то, там пестрые листья. Вот интересно, что получится. Энн Буриме Спорт. Ну, тут плохо видно. Река Яуза зацветает. Тут тоже у меня бегонии, ну и трейлера. Ви Лак Роуз. Смотрите. Уже надо переукоренять розеточку. Вот. Очень интересные цветы у этой розетки. Смотрите, какие. Это осы. И вот здесь в центре цветочков какие-то прям трубочки. Здесь химерка расцвела. Сейчас название скажу. Химерки. CM «Радость простых мелодий». Буду смотреть еще в интернете, по сорту, не по сорту процвела. Ну, вроде как по сорту. Здесь у меня полно пасынков. Буду отделять
укоренять. Несмотря на то, что работаю, все равно к сезону, к будущему готовлюсь потихонечку. Отправки будут. Ну, конечно, не будет уже таких отправок, как прошлые года. Вот. Но все равно буду отправлять фиалочки, если будут желающие. На этом, мои дорогие, хочу пожелать вам всем всего хорошего, мира, добра и благополучия.